Что современная наука думает о воображении? Самое главное воображение, что оно позволяет смоделировать самому человеку, для себя смоделировать, то есть внутренним, предвнутренним взором представить, практически все, что хочет. У психологов есть такое понятие «сквозной психический процесс». Ой. Сквозной психический процесс – это такие психические процессы, которые во всем участвуют, везде нужны. Без них ничего не обходится. И традиционно такими сквозными психическими процессами считается внимание и память. У взрослых людей третьим сквозным психическим процессом является речь. Речь превращается во внутреннюю речь. Не только в виде внешней речи существует, но еще и в виде внутренней речи, которая уже обслуживает процессы мышления. Последние десятилетия стали говорить о том, что способность к антиципации, то есть предвидению, это тоже сквозной психический процесс, но воображение – это гораздо более развитая форма вот этого, вот этой способности и предвидеть, и не только предвидеть, но и вообще безотносительно к масштабам, потому что их можно, все это можно масштабировать, уменьшать и увеличивать. Безотносительно к сложности объекта. Чем сложнее воображение, скажем, актерское воображение, оно будет, с одной стороны, активно пользоваться образным языком, но с другой стороны, это будет всегда мышление. Развивается, прежде всего, должна развиваться не насыщенность, а должна развиваться управление этим. Вот Иван Царевич или Иван Дурак, неважно, получает волшебного помощника. В первый раз появляется Сивка Борка, ему хорошо помогает. И Иван Царевич, она ему говорит, что ей сейчас надо уйти, она не может с ним быть вечной. И говорит, как ее вызвать, чтобы она вернулась обратно, когда ему будет нужно. А вот она говорит, ты скажи, Сивка Борка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой, как пылинка перед тучей, как песчинка перед крочей. Скажешь, я приду. С точки зрения фольклориста это там магическая формула, но с точки зрения психолога это изумительно точное описание процедуры актуализации образа представления. Для того, чтобы что-то появилось, первое, что тебе нужно, знать, что ты хочешь. А для того, чтобы знать, что ты хочешь, тебе нужно назвать это. И поэтому она первым делом велит назвать ее по имени полному. Сивка, Бурка, Вещая, Каурка. Это ее полное имя. Угу. Хотим представить свою маму? Скажи, маму хочу увидеть. Значит, хочу увидеть сейчас кухню свою и там вспомнить, потушила ли я газ, например. Я говорю, что я хочу посмотреть, что у меня на кухне творится около газовой плиты. Этюдный метод Рефельштейнского построен на умении управлять. А нет, вызывать – это первый, самый первый этап управления. Вызвали. Да, вызвать, да. А второй вот кусочек этой формулы кратко опишу, потому что это существенно. Дальше там глагол повелительное наклонение. Встань передо мной. Некоторые спрашивают, как он решился на это. А он решился потому... что он на самом деле вызывает ее в своем воображении, представлении, вызывает свое воображение. Это его творение. А перед творцом творение должно появиться и встать передо мной. И вот, и дальше он прибавляет, Сивка Бурка прибавляет. А встань передо мной как что? Как лист перед травой. Как пылинка перед тучей, как песчинка перед крочей, то есть как маленькая перед большим, так. И как часть перед целым. То есть я целое, а образ моего воображения – это часть моей психической продукции. Я большое, а оно маленькое по сравнению со мной. А вот следующий момент, вот чему надо научиться, это как сказать «уйди». Образ всегда располагает вовне, они же не внутри своей головы, видите, не внутри глаза, он всегда проецируется во внешний мир. Человек быстро научается придвигать это к себе поближе, чтобы они стали крупнее, если нужно. Или надевать на себя, если нужно, чтобы находиться в образе. Я сегодня зайчик, или я сегодня там страшный дракон, бойтесь меня. А вот
как, что можно это отодвинуть и равно сказать уйти, уйди, катись колбаской по малой спаской, а они до них не доходят. И многие взрослые люди страшно удивляются, услышав, что они могут сказать, выкатись из там, моего политрения, укатись за горизонт. И третья, да, самая высшая, да, категория, да, это то, что вот этим актерам уже нужно. Да. Это сказать им, изменись, как я хочу, этому образу. Трансформируйся, если по-научному. Хочу, чтобы там у тебя сделалось то-то, то-то, то-то. Увеличится, уменьшится, пусть отвалится вот эта деталь, добавится это. Угу. То есть это будет настоящее конструирование. Воображение должно быть настолько бесконечно, его мало не бывает, оно должно настолько распирать студента, что он выходит в импровизацию. Желательно, чтобы, да, его не распирало. Это очень, да, плохо, чтобы распирало. Так. Потому что самое главное, чтобы оно было подвластно хозяину, чтобы он хочет, мог представить это или то, вообразить себе широкий спектр всяких явлений. Для этого, во-первых, у него должен быть опыт жизненный, хорошо проработанный. Вот я думаю, что Вениамин Михайлович пытается проработать этот жизненный опыт у своих студентов в своих вот этих кусочках жизни, которые в виде этюдов делают с ними, ну и разными другими способами. Да. Хорошая профессиональная интуиция заключается в том, что человек очень быстро и на полуавтомате может вычленить самые существенные черты. Как я думаю, актер может заметить наиболее характерные элементы повадки. И берет у одного одно, у другого другое, у третьего третье, и при этом они все к теме нужным привязаны. А вот откуда это желание новизны в человеке тогда? Желание новизны – это вот любовь к новизне, но не просто к новизне как таковой, а… Нет, лучше, наверное, так сказать, что желание новизны есть у каждого существа, обладающего развитой психикой, у каждого. Потому что все, кто обладает психикой, даже мошки какие-нибудь, паучки, червячки, а тем более домашние животные, которые с человеком живут, и тем более люди, они все нуждаются в новых впечатлениях.